Мы приветствуем Эду. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит. И я даю команду на 3. Сканер сканирует пространство над головой Эды, под ногами. 360 градусов вокруг нее. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Эды. Находит все. У меня неупокоенная душа. Неупокоенная душа идет в клетку. Джин, лизард, синий дракон, арахноид и бес. Какая веселая компания. Какой бес? 7-й, в грудь бьет себя. 7-й, хорошо. Синий дракон, цифры над головой. 17-82. И считай мне цифры у Джина над головой. 24-85. Синий Джин, понятно, хорошо. Сейчас вы находитесь на чистке. Сейчас мы начнем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Вы будете на них отвечать. Первый вопрос. Кто присутствует в доме Эды из вас? Арахноид присутствует. Еще дракон. Кто? Арахноид. Джин. И бес. Все, кроме Лизарда. Я почему спрашиваю? Я сегодня чищу и квартиру Эды, дом. Поэтому мы сегодня с вами еще будем встречаться. Начинаем с реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Эды спроецировать все энергетические и сферические каналы болезни. Все, что она получила от них, возвращается к ним. Хорошо, пока идет реверс, обращаясь к неупокоенной душе. Неупокоенная душа, как к тебе обращаться? Эндрис. Эндрис. Эндрис, как давно ты закончил свою жизнь и в каком возрасте? 72 года закончил жизнь. В 2017 году. Понятно. Хотел еще посмотреть, что после жизни, да? И задержался. Нет. Бабка моя переживала сильно. С ней остался. Завала меня. Так тебе 72 плохо года. Плохо ей одной. Так, супруга ты имеешь в виду? Ага. Ну, я бабка просто понял, подумал, бабушка. Хорошо, Эндрис, сейчас ты понял, что ты готов идти дальше и находишься здесь, в ее биополе, для того, чтобы мы тебе открыли портал? Прости за это отклонение. Так звали мы друг друга, бабка да детка, когда состарились. Да, хотел бы уйти уже. Хорошо. А сколько ты находился в ее биополе, пока мы тебя сейчас не нашли? 3 дня находился. 3 дня. Хорошо. Не буду тебя больше задерживать, Эндрис. Желаю тебе всего наилучшего в новой жизни. И открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Эндрис уходит в этот портал. Его куратор встречает. Все его друзья, все, кто его знал и любил, встречает его. Готово. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Как у нас с реверсом? Закончен. Установили фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Эда забирает все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у нее похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Эда себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Пошел процесс. Возвращаемся к бесу. Бес, как долго ты находился в этом биополе? Год. 1 год. Скажи мне, есть лярвы в биополе Эды? Затемнение есть. Они для тебя представляют интерес? Да, негативное затемнение. Хорошо, когда будешь выходить, я тебе дам отдельную команду и сможешь забрать их. Кроме того, у меня еще есть эмоциональный фантом. Если ты мне объяснишь, какие энергии там являются основными, из чего все вытекает, я тебе отдам и эмоциональный фантом. Устраивает? Да. Хорошо. Арахноид, сколько ты находился в этом биополе? Арахноид, 3 года. 3 года. Синий дракон, сколько ты находишься со своими платами и в доме, и в квартире, и в ней, в общем? В ней 4 года. 4 года. Цель твоей подключки? Наблюдение, изучение. Изучение. Много энергии забирал у нее? 20%. А что так много? Есть какая-то причина 20% забирать? Мне нужно на чем-то держаться, плюс мои платы в доме. Подбирает другие энергии и информацию. Хорошо, просто это очень сильно било по ней. У нее постоянно не хватало энергии. Переходим к Лизарду. Сколько ты находишься, Лизард? 1 год и 7 месяцев. Где ты сидишь, в сердечной чакре? Да.
Понятно. И Джин. Джин, сколько ты находишься в ее биополе и в квартире? 4 месяца. Хорошо. С какой вещью попал? Он попал в машину. Из машины домой. А, вот как, понятно. Хорошо. 4 месяца. Как у нас с реверсом, Вера? Закончился. Начинаем с арахноида. Арахноид, выходи. Собирай всю свою паутину, вытаскивай иголки, ничего не забывай, возвращайся назад и докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц, поэтому, если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, он может просто сгореть по каналу. У него иголочки небольшие такие, акупунктурщик он. По плечам, по шее, лоб. А как она тебя ощущала, арахноид? Раздражение. Раздражение чего? Кожи или раздражение эмоциональное? Нет, эмоционально ее раздражало это. Она не могла понять, что у нее как холод был по шее, плечам, голове. Хорошо. Эда, вот причина этого холода. Вот она стоит здесь. Понятно, хорошо. Скажешь, когда он все вытащит. Готов. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад. Приступай. Готово. Лизард, выходи. Вытаскивай свое гнездо и все, что ты там оставил. Ничего не забывай и возвращайся назад. Лизард ее накручивал. Ну, там и должно быть затемнение. На мысли накручивал. Что-то происходило незначительное, он накручивал так, чтобы ее мысли развивали дальше. Это в негативную сторону и выплескивали все. Понятно, хорошо. Я думаю, это знает, о чем идет речь. Джину выходить не надо. Джин, собирай всю свою пыль, все свои подключки. Ничего не забывай. Приступай. Руки и ноги у нее, колени. Вокруг вот колени в этой части. Хорошо. Готово. Хорошо, все забрали. Даю команду на рассинхронизацию Эды с Джином. Бес у нас еще. Оу. 7-герцовый, как я мог. Хорошо, бес, выходи, вытаскивай все, что ты оставил, и прямо на месте доложи мне, что ты закончил, я дам тебе команду, приступай. Носки здесь. Носочки, понятно. Ничего особенного, как он говорит. Классика жанра. Ну, это классика, да. Самое простое, чему учат. В вашей школе, я да, знаю. Без сложных установок. Готов. Мы просто видели беса, который там выстраивал целые конструкции. Поэтому, ладно, хорошо, разрешайте забрать эти затемнения. Ничего не забывай, возвращайся назад, приступай. У меня на голове грустные мысли, тяжесть и низ живота. Готов. Понятно. А на голове у нас сидел как раз арахноид. Хорошо. Все забрал. Даю команду на рассинхронизацию Эды с Джином, Лизардом, Синим Драконом, его платами, арахноидом и бесом. На счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. Готово. Хорошо, бес. Сейчас я буду вытаскивать эмоциональный фантом, а ты мне скажешь, что там. Итак, выходит эмоциональный фантом Эды. Проецировать все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию, вибрационную, и ей же сгенерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Сердитость, ревность, раздражение, апатия. Все понятно. Меня это устраивает. Хорошо. Эда, это все энергии, которые вы сами произвели своими эмоциями. Вы готовы с ними расстаться? Готова. Сворачивайте энергии в шар, забираешь без? Да. Отправляю бес. Готов. Хорошо, бес, скажи мне, в квартире ты один там или еще черт есть? Один. Один, хорошо. Я буду закрывать порталы, могу тебе собрать еще весь негатив, который в доме, если ты мне покажешь еще все порталы. Да. Так и сделаем. Хорошо, сейчас я открываю 2 портала в дом Эды и... У нас дом или квартира, сейчас я посмотрю. Дом. У нас дом. Дом, хорошо. И в один портал уходит бес с джином, в другой портал уходит синий дракон и арахноид в этот дом. Собирает все, что они раскидали в этом доме, дожидается меня. Я прихожу, проверяю и отпускаю их на их чистоту. Всем понятно? Да, всем понятно. Открывается 2 портала в дом Эды. 1, 2, 3. В один портал уходит бес и джин. Во второй портал синий дракон и арахноид. Закрывай, опечатай, растворяй оба портала. Готово.
И у нас остался один Лизард. Хорошо, Лизард, ты больше не придешь к этому человеку, тебе понятно, надеюсь. Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда. 1, 2, 3. Лизард забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Хорошо. Клетка пустая? Пустая. Поехали по частотам. Есть. Хорошо, Эда. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Очень гармонично. В смирении и покое. Замечательно. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к вашему дому. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Эды в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. А еще она говорит, я полна энергии и излучаю ее. Хочу насладиться этими энергиями. Отлично. Готово. Захотите узнать больше о себе, мы можем организовать вам встречу с вашим куратором. И отключаясь от объекта, дом ты видела, на счет 3 ты стоишь перед входной дверью ее дома. 1, 2, 3, ты перед домом. Да, я здесь. Я даю команду, на счет 3. Клетка установилась. Хрохноид. Есть. Синий дракон. Есть. Джин. Есть. Бес. Есть. Три воронки. Есть. Что-то белое еще. Фантомное. Бес, что это такое? Не знаю, бес отодвинулся. Сними маски с него. Снимаются маски и голограммы. Сущность пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Не знаю, это как фантом младенца какого-то. Младенца? Откуда он там? Аборт. Слово идет. А он живой был. Понятно. И когда это случилось? Плечами пожимает. Понятно. Ребенок, ты хочешь, чтобы я тебя отправил? 3 года идет. 3 года. Тебя отправил на твою чистоту? Да. Хорошо. Значит, это все-таки была неупокойная душа ребенка. Хорошо. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И эта неупокойная душа уходит в светлый портал. Ее встречает... Говорит, что ребенком я так и не стал, эмбрион. Эмбрион. Понятно. Надеюсь, в следующей жизни у тебя все будет хорошо. Нашел. Закрывай, печатай, растворяй. Его встречали? Там был кто-то? Да, был. Хорошо. Поехали дальше. Под воронками открывается портал в галактическое ядро, и воронки уходят на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Арахноид, ты все собрал? Он все собрал, даже то, что было на улице. Кусты какие-то показывают. Все правильно? Все правильно. Хорошо, готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. И арахноид забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Синий дракон. Все собрал? Снял платы. Понятно. Я хочу получить у тебя слово синего дракона, что ты больше ни в этот дом, ни к этому человеку не подойдешь. Дает слово. На втором этаже платы были у него. Хорошо. Благодарю за эту информацию. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Джин, как с тобой? Все собрал? Джину очень не хочется уходить. Джин все собрал. Джин, ты знаешь правила игры. Найдешь себе новое место обитания. Все понятно. К этому человеку да. И в дом больше не приходи. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина. 1, 2, 3. И Джин забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатай, растворяй. Готово. Бес свое все собрал? Собрал. Как хорошо. Обещал. Хорошо, я, как обещал, тоже тебя соберу. Давай, пошли по дому, покажи мне, где порталы, я их закрою и соберу тебе сразу негатив. Пошли. Ты знаешь, он на улице показывает портал напротив входа. Видишь его? Да. Под этим порталом внизу открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, частицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, пошли дальше. Лестница, посередине воронка, портал.
Вижу. Открывается внизу под лестницей воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, частицы портала, все на переработку, чистую первичную энергию уносится. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо? Значит, зеркало, это стена с гаражом местная, которая там есть зеркало, и вот это все волнуется вместе со стеной. Хорошо, под стеной внизу, и там, где зеркало, открываю воронку в галактическое ядро, засасывается туда этот портал, фантом портала, частицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываем, опечатываем, растворяем. Детская комната. Где там? Готово. Ну, вот этот портал, он долго закрывался. Дальше второй этаж найдет. Спальня, окно. Под окном в спальне внизу открывается воронка в галактическое ядро. Засасывается туда этот портал, фантом портала, частицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывай, печатай, растворяй. Здесь еще какая-то смежная дверь есть. Из спальни, как в офис, что ли. Вот, но тоже портал. Под этой дверью внизу открывается воронка в галактическое ядро. Засасывается туда этот портал, фантом портала, частицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Баня. Баня, портал. В бане. Хорошо. Внизу в бане. Открывай воронку в галактическое ядро. Засасывается туда этот портал, фантом портала, частицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Все. Хорошо. Возвращаемся все к клетке. Ну что, 6 порталов. Тебя опять спрашивают, открывать порталы ты тоже так умеешь или только закрывать? Ну а как я отпускал только что? Ты же видел, все, кто были. Я же... Ну вот. А ты не умеешь? Нет, я только пользоваться могу. Хорошо. Я даю команду на 4. Низкая вибрационная эмоциональная энергия, эмоции, мысли, чувств. Шары формируются. Готово. Опиши. Здесь очень много посторонних энергий. В доме уже были, которые остались там. И смешаны с тем, кто живет сейчас. А, это понятно. Все в чувствах. Понятно. Опиши шары по размерам. Чувства больше, чем космические. Оба большие. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Космический уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Хорошо, бес. Твой шар забираешь? Забирает. Отправляю бесу. Готово. Хорошо. Готов уходить? Немножко кислый, говорит, потому что попали энергии. Личные энергии людей. А, понятно. Космические, ему они кислые. Готов уходить. Хорошо. Найди себе новое место обитания, я все буду закрывать здесь. И открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. 1, 2, 3. И бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Так, клетка у нас пустая. Посмотри. Да. Открывая под ней воронку в галактическое ядро, и клетка уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. И я даю команду. Готово. Хорошо. Мы ничего не забыли? Нет. Отключаемся от этого дома и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, подъем.